15 марта начала работу 8-я сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Сессия открылась в день, когда вступила в силу обновленная Конституция Беларуси, согласно которой больше нет отдельных осенних и весенних сессий. В развитии основного закона страны в течение 2 лет предстоит принять около 100 законов и кодексов. Сейчас в Палате представителей находится 30 вопросов, более половины из которых полностью подготовлены и включены в проект повестки дня сессии. С ними и будут работать депутаты в ближайшие месяцы. Завершится сессия должна 30 июня.